месте. Певица Ляля Рублева у нас сегодня в гостях, в программе «К нам приехал». Обмолвились о том, что работали с дядей Мишей Гулько. Как он там? И, кстати, когда работали, то какой репертуар был? Вот какой сейчас пою? «Атаманша». То есть вы со своим репертуаром, дядя Миша со своим? Ну, конечно. А совместные работы? Ну, я имею в виду дуэт. Была такая идея спеть одну песню, но не состоялась. Просто дядя Миша уже очень взрослый человек. Он запрещает говорить о его возрасте. Я всегда обхожу эту тему. Ну, такой уже состоявшийся парень. Да, да, вот. Ну, и вообще, если кто с ним общался, он знает, что он человек достаточно очень талантливый. Просто очень талантливый, но непростой. Согласен. Вот, готов подписаться под каждым словом. Да. Мне подсказывают, что время петь, и песня называется «На пределе». Одна лишь знаю я, как много пережито, и не сладко жизнь с тобой сложилась у меня. Забыто все, поверь, и навсегда забыто. С тобой под крышей одной ни дня. Каждый твой шаг, я не прощаю. Каждый твой жест, не понимаю. Игры в любовь мне надоели. Я не хочу жить на пределе. Приходила домой, когда тебе угодно, и находил причин всякий раз. А я ждала тебя, хотя бывало поздно. Хочу забытия о былом сейчас. Каждый твой шаг, и я не прощаю. Каждый твой жест, не понимаю. Игры в любовь мне надоели. И я не хочу жить на пределе. Взглянуть со стороны сплошное было счастье. Ах, сколько лет сама себе лгала. Хотела пережить и горе, и ненастье. Какой же глупой я тогда была. Каждый твой шаг, каждый твой шаг, и я не прощаю. Каждый твой жест, и не понимаю. Игры в любовь мне надоели. И я не хочу жить на пределе. Каждый твой шаг, и я не прощаю. Каждый твой жест, не понимаю. Игры в любовь мне надоели. Я не хочу жить на пределе. Я не хочу жить на пределе. Я не хочу.
пределе. Друзья, ну и у нас певица Ляля Рублева в гостях. И у нас еще остается точно время на одну песню. «Верные друзья», так она называется. «Верные друзья». Слушаем с удовольствием. Как без клавиш рояль, так поле рояль, без принцесс, королей, лишь музей. Так пустеет душа, и мне трудно дышать, если рядом нет близких друзей. Все пойдет не туда, разразится беда, словно в сказке без сказочных фей. Если рядом с тобой, если рядом со мной, не окажется верных друзей. Верные друзья, верные друзья, с вами и печали, и печаль. Верные друзья, верные друзья, с вами станет близкою даль. Как нужны вы мне, верные друзья, с вами я как рыба в воде. Все мне по плечу, в небо полечу, с вами к самой яркой звезде. Без мелодии не петь, без крыла не лететь, птицы в небе над гладью полей. Так и мне станет друг тесен праздничный круг, если рядом не будет друзей. Как без клавиш рояль, так поле рояль, без принцесс, королей, лишь музей. Так пустеет душа, и мне трудно дышать, если рядом нет близких друзей. Верные друзья, верные друзья, с вами и печаль, и печаль. Верные друзья, с вами станет близкою даль. Как нужны вы мне, верные друзья, с вами я как рыба в воде. Все мне по плечу, в небо полечу, с вами к самой яркой звезде. Да, дорогие мои верные друзья, я всегда к вам обращаюсь. Вы мои зрители, вы мои слушатели, вы мои верные друзья. Кто мы артисты без вас? Я хочу пожелать вам всего самого лучшего, счастья, здоровья. И чтобы всегда с вами, вокруг вас, были преданные и верные друзья. Верные друзья, с вами и печаль, и не печаль. Верные друзья, с вами станет близкою даль. Как нужны вы мне, верные друзья, с вами я как рыба в воде. Все мне по плечу, в небо полечу, с вами к самой яркой звезде. Верные друзья, с вами и печаль, и не печаль. Верные друзья, с вами станет близкою даль. Как нужны вы мне, верные друзья, с вами я как рыба в воде. Все мне по плечу, в небо полечу, с вами к самой яркой звезде. Все мне по плечу, в небо полечу, с вами к самой яркой звезде.
Друзья, певица Ляля Рублева у нас сегодня в гостях. Не так много времени осталось. Вопрос о технологиях, как вас разыскать в глобальной сети под названием интернет. Ну, где? Ну, сегодня это вообще очень просто. Ну, во-первых, у меня есть свой сайт rublova.ru. А во-вторых, ну, во всех сетях, какие только сегодня существуют, я так думаю, что я там везде есть. Во всяком случае, мы стараемся. Да, и у меня на этот, во всяком случае, интернетных, виртуальных друзей у меня очень много. Кстати, хочу передать всем привет. Вот, и... Ну, вот, собственно, а там как бы нет никаких проблем, там есть все координаты всевозможные. Если захотите найти, собственно говоря, сделать это несложно. Забиваете просто в поисковик надпись «Ляля Рублева», «Ляля Рублева». И все там выдается. Друзья, должен сказать, резюмируя наш сегодняшний вечер, что выяснил за эти час 15 следующее, что в гостях у нас сегодня побывала любимая супруга, любимая мама, человек, который когда-то начал свою карьеру с детского хора имени Попова, потом получил профессиональное образование, работал по всему миру, частенько бывая в России, профессиональная певица, замечательная, обаятельная женщина. И, в общем, Ляля, дай бог хорошей карьеры, продолжения хорошей карьеры и в России сейчас тоже. Спасибо большое всем. Я могу привет передать? Да, конечно. Конечно, я передаю привет своей дочке. Надеюсь, она меня смотрит. Хочу передать привет всем своим друзьям, Изабеллочке. Ну, ребят, ну все, кто меня видит, я вас всех очень люблю. Спасибо огромное, друзья. Певица Ляля Рублева. Спасибо огромное. Счастливо. Спасибо тебе, девочка.